Не боится, смотри. Чего ты, стой, Юра? Смотри. Да открой, открой. Да ну. Покорми ее. Чем? А смотри, есть? Смотри. Он покорми, дай ему что-нибудь. Так Юра, нету ничего. Не бойся, братуха. Во, приехали за грибами, так приехали. Кому такое рассказать, не поверят, да? Не поверят. Чтоб поверили, что оленя гладил. Да это тончило переоделка. Хорош. Ой, чудо вообще. Ты откуда, парень? Ой, хороший. Кусь, 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 кусь. Кусь, 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 кусь. Я его боюсь. Чувак. Чувак. А, чувак? Вот это Белоруссия, ребята. Это Белоруссия. Вот это чувак. Это Беларусь, точнее. Юра, не бойся, ты здесь его обижаешь вот тем, что ты боишься, честно тебе здесь говорю. Сюда. Не бойся. Кось-кось говори. Кось-кось. Он кушать хочет, ты бы ему что-нибудь на руку насыпал и дал бы ему. Ребята, это просто чудо какое-то. Полтора часа грибов, и он за нами ходит. Просто, я не знаю, это один раз в жизни бывает. Поверьте, это не фейк никакой, это все по-настоящему, ребята. Он мне даже дорогу пролаживает, вот это чудо. Кось-к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 ось. Олегович, смотри, братишку не позирай. Полтора часа мы в грибах, полтора или два часа, и он от нас ни на шаг.